1 мая давно уже считается праздником весны, идеи творческих свершений. Традиционно в этот день городской парк не просто обретает яркий наряд, он оживает детскими улыбками и смехом и тем огромным количеством горожан, которые искренне рады всему, что происходит. Для профсоюзного объединения области 1 мая – это праздник, в рамках которого есть хорошая возможность сказать спасибо всем тем, кто уже не один год является активным представителем крупнейшего объединения страны, кто каждый день своей неустанной работы на родном предприятии заботится о качестве продукции, кто держит руку на пульсе и подставляет плечо в трудной ситуации. Пословица как говорит: умение и труд, все перетрут. Будет желание, будет потом сноровка, навыки появляться. А есть такое, значит, вот это вот желание работать, желание постичь чего-то, и превращается или трансформируется в любовь. Любовь к делу, к работе своей, к коллективу. На сцену под аплодисменты публики выходили обладатели звания умельцы Брещины, лучшие врачи, слесари, специалисты природоохранного комплекса, работники почты, и список этот можно продолжать долго. Всего порядка 50 человек были удостоены грамоты благодарности в рамках номинации. Отмечены были и лучшие общественные инспекторы первички и их лидеры. Но особого почета и уважения в этот день удостоены ветераны, отработавшие много лет во благо общественного движения. Я низко кланяюсь всему профсоюзу, не только культуре, а всему, за их добро, за их заботу о людях, за их, так сказать, настоящее такое качество, значит, сделать все, чтобы было больше пользы людям. Идея профсоюзного движения сближать и объединять реализовалась сегодня сполна. Большим подарком и хорошим продолжением дня для гостей праздника стал концерт с участием лучших коллективов города.